Москва, 27 июнь, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах в Кремле детально не затрагивали ситуацию с работой депредставительств двух стран, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Нет, этой конкретики президент и Болтон не касались», — сказал Ушаков. Решетка Джон Болтон, решетка Владимир Путин, решетка США, решетка Россия.